какой-то момент вот этот замечательный красавец, это Юрий Игнатьев, покажет большой палец, значит, все готово, и мы дадим обратный отсчет. Ну что, друзья мои, считаем. 5, 4. 3, 2, 1. Понеслось! Неспортивный фол получил игрок под номером 7 Рэйчел Вандерволл.
замена в команде Великобритании. На площадку вышли Эли Симпсон, Аргентина.
Игрок под номером 8 получил замену в команде Великобритании. Что победит Великобритания?
Или Аргентина? Или все-таки Великобритания? А кто за красивый баскетбол? Thank you.
Ну что, друзья мои, поскольку нет группы поддержки, мне кажется, что мы музыку создадим сами. Давайте так, когда показываю на вас, вы хлопаете один раз. Когда на вас, вы два раза. Давайте попробуем. Белорусская публика самая дружелюбная. Мы встречаем команды на паркете. Еще раз, кто за Red Beatles? Мочи симпатии заслужила сборная Аргентины. Ну что ж, пока латиноамериканки побеждают. Номер 9, первый пол. У команды Аргентина 4 команды хола. Thank you.
команды Великобритании. Второй фол игрок под номер 8 получил. Болельщики получат следующие подарки. Танцуй, трибуна! Вот мне нравится чумачечный мальчик. Да-да, трибуна. Можешь смело спускаться, ты победил. Spinning wheels.
еще покажу. Аккуратно. Ну что ж, какая упорная борьба, достойная восхищения. И самое время встрепенуться болельщикам Аргентины. Команда Великобритании, 4 команды Фала. Скамейки, и мне кажется, заслужили девчонки аплодисментов. Давайте все вместе это сделаем. Просто красавица. Я параллельно определяю, куда я пойду в перерыв вручать подарки. Пока вот эти ребята лидируют. Пока самые лучшие ребята. Катюш, как вы думаете, реально хорош. Ну что, а теперь ладошки в стороны и вместе со мной. Не спешим. Кто-то срывается все время. Извините, да, смотрите, там прям красивые прилетели вот так вот все. Действительно очень дружно. Молодцы. Как будто здесь уже неделю сидите и тренируетесь. Просто супер. Ну что, еще немножечко покричу. Как вы? Кричите нормально. Нет, эти-то готовы всегда кричать. Это будет дать задачу. Посвести. Нет. Хорошо, давайте так. Я поднимаю вот эту ручку. Вот эту. Вы все вместе делаете «Эй!». Логично, когда вот эту, то вы делаете «Эй!». То же самое, собственно. Ничего сложного. Ну что, попробуем. Видите, сорвались. Не-не-не, ребят, ваша рука вот эта. Еще разок. А все вместе? Ай, мужчины. Ну что, смотрим баскетбол. 29-29, я не знаю.
кто бы ни отрывался, вторая команда все равно догоняет. А это значит, что вы верите в своих, и они это чувствуют. Thank you.
Замена в команде Аргентина. Thank you.
Замена в команде Великобритания. Замена в команде Аргентина. Замена в команде Великобритании. Thank you.
Рэйчел, игрок под номером 4, замена в команде Аргентина. Команда Аргентина, 4 команды фола. Thank you.
Второй пол получил игрок под номер 8. Замена в обеих командах. Идет последняя минута третьего периода.
Далена в команде Аргентина. Первый холл получил игрок под номером 6. Замена в команде Аргентина. Первый пол получил игрок под номером 12. Тайм-аут, команда Аргентина. Получил игрок под номером 14. Макарена Роши. Thank you.
4. Замена в обеих командах. Thank you.
Сократила Великобритания в тот момент, когда мы все вместе с вами начали ее поддерживать. Поэтому вся борьба еще впереди. 3-10 на табло. Еще 2 тайм-аута у тренерского состава. И 52-52. Еще немножко об организаторах и партнерах. Организаторы международного турнира по баскетболу среди женских национальных команд Кубокалифского является Белорусская Федерация Баскетбола, Национальный Олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма. Партнеры турнира компании «Пятый элемент» Виталиум. Славная. Пилот ФМ. И Прайдис. Кира и информационный партнер «Белтелерадиокомпания». И наш любимый канал «Беларусь 5».
под номером 8. Третий пол получил игрок под номером 12.